новостям спорта. 6 сентября в акватории озера Эгебелет во Франции завершился чемпионат мира по академической гребле. Женская восьмерка с рулевым финишировала пятой, тем самым обеспечив себе путевку на летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Среди спортсменок есть астраханка Юлия Калиновская. Подробности расскажет наш корреспондент Сергей Рожко. По результатам финального заезда чемпионата мира по академической гребле российская женская восьмерка с рулевым стала обладательницей олимпийской лицензии в Рио-де-Жанейро. На последней 500-ке наши девушки обогнали команду из Нидерландов. США, Новая Зеландия и Канада разделили призовые места, но настоящий победитель выявится на Олимпиаде. Теперь восстановление и снова тренировки. Группа, которая работает под руководством Майка Спраклина, планирует свою подготовку в основном в Греции. Но первый сбор у нас будет на Валдае, это уже в октябре месяце мы начнем готовиться. А сейчас предусмотрен восстановительный сбор в городе Сочи, чтобы поправить свое здоровье и провести реабилитационный курс после тяжелого сезона. Другой климат и часовой пояс профессионалам не помеха, уверяет Юлия. Но там, где каждая секунда дорога, рисковать не стоит. Поэтому тренировки на местности начинаются заблаговременно. У нас сидит 8 равнозначных спортсменов. Единственное, чем отличается, на каком месте мы сидим. То есть я сижу на носу, это самая скоростная часть лодки, самая оборотистая. Ну, там необходимо иметь, наверное, предрасположенность именно к темповой гребле, оборотистой такой. Я справляюсь. Финальным этапом подготовки к Олимпиаде станут тренировки в Латинской Америке. Будет ли это Бразилия, пока неизвестно. Главное, чтобы климатическая зона совпадала с той, где будет проходить главное спортивное событие 2016 года. Сергей Рожко, Владислав Олейников, РЕН-ТВ, Астрахань.